Любопытный медвежонок, головная боль для полиции. Сотрудники ГИБДД в Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись с необычным нарушителем. Из леса на проезжую часть регулярно выходит косолапый хищник, отгоняет его при помощи мигалок и сирены. Что, второй этаж остановился? Сейчас, наверное, все автолюбители почувствовали себя родственниками этого мишки. Итак, зверь, видимо, попался строптивый. Полицейские сначала и кричали, и сигналили, и все напрасно, поделились очевидцы. Только служебная машина выручила. Звук сирены прогнал животное в кусты. Оказывается, медведь еще весной повадился выходить на трассу. Очевидно, его привлекают объедки, которые водители-дальнобойщики нередко выбрасывают в этом месте на дорогу. Весь регион вообще сейчас переживает медвежье нашествие. Не далее, как на прошлой неделе, Бурова видели на улицах города Пытьях.